Всем привет! Очередная посылочка с AliExpress. Сейчас распечатаем. Так. Я, конечно, очень долго ждала эту штуку, и наконец-то она пришла. Кстати, это второй раз я уже заказала ее. Итак, давайте сначала. Это устройство видеозахвата. Видео. То есть, что это такое? Это штука, которая будет помогать оцифровать видео. Да, вот у многих видео есть на кассетах какие-то события, к примеру, свадьбы, ребенок растет, еще какие-то там праздники. И у многих на тот момент. На момент, вернее, тех всех мероприятий видео записывались на видеокассеты. То есть есть на видеокассетах, да, у многих есть прям на диске вот с видеокамеры. То есть или это маленькая, может быть, кассета камеры. Ну, то есть типа того. И теперь вот хочется это все оцифровать, чтобы просто хранить, к примеру, то ли на... Ну, на компьютере, я не знаю, на любом другом хранилище, да, скажем так, то есть уже в оцифрованном виде. А в свое время я оцифровывала, то есть через TV-тюнер, вот, делала оцифровку видео, там, где моя дочь маленькая еще и была, там годик, там 2 годика, 5 лет, то есть делала, но не все кассеты я успела оцифровать, как-то время не позволяло. И вот я не так давно что-то решила этим всем снова заняться, так как кассеты через время имеют свойство сыпаться. И, кстати, это действительно так, потому что некоторые кассеты я беру, и они уже в некоторых местах, ну, скажем так, нечетко, вот как бы рябит вот есть где-то. Ну, то есть, видать, уже за сколько лет, так как дочь у меня уже выросла, вот, и за сколько лет, получается, уже, наверное, действительно начинают сыпаться. Мне хочется сохранить эти записи, так как они мне очень дороги. Вот, и я наткнулась вот на такую вот штуку. Ну, соответственно, я еще толком не знаю, как она работает. С этим я разберусь, и когда буду делать видео, я обязательно покажу. Здесь есть шнур в комплекте. Вот. То есть, есть вот с этой стороны тоже вот куча разных шнурочков, да, с гнездами. Которые вставляются в видеомагнитофон, либо в видеокамеру, то есть на том, на чем у вас запись может быть воспроизведена. Вот. И вот с этой стороны можно прям эту часть вставлять, ну, к примеру, в компьютер, в ноутбук, ну, то есть на... компьютер, на котором вы это все будете делать. В комплекте идет также диск. Вот. Ну и насколько я так просмотрела для себя, то есть тут не должно возникать проблемы, так как установочный диск для этого устройства. Вот, то есть вставляете, устанавливаете, ну как бы программу, да, и начинаем работать. То есть подключаем видеомагнитофон, запись ту, которую нужно оцифровать. Ну и пробовать что-то делать. Я обязательно покажу. Кстати, вот есть еще маленький разъем, к примеру. Это уже как к планшету или к телефону. То есть совсем переходничок такой вот есть маленький. Вот, ну то есть. Есть, если вы хотите удлинить, чтобы было удобно не прям саму вот эту, не само устройство подключать к компьютеру, то, насколько я понимаю, есть вот шнур. Ну, то есть, смотря в каком месте. Если у меня, например, ноутбук стоит на столе, то, в принципе, я могу рядом поставить видеомагнитофон и эту штуку, да. А если это компьютер, к примеру, то я думаю, что может быть неудобно вот так рядом где-то будет
ставить, то для этого, я так понимаю, есть вот удлинитель, такой вот шнур. Ну, вот такая штука, очень интересная. Ну, отзывы почитала хорошие. Там были, кстати, продавец тоже этот хороший. Но, что я хочу сказать, я заказываю второй раз это устройство. Первый раз я заказала у другого продавца. Цена не отличалась. Эта штука стоит $6.29. Вот, цена была такая же. Вот, но я прождала. Посылка отслеживалась. Где-то, наверное, недели полторы-две прошлая посылка, вот мой заказ, как бы все было хорошо, продавец отправил, трек-номер отслеживался, и дойдя, получается, до Украины, там получилось, что продавец вернул товар, ну, как-то возврат товара. У нас такое было впервые, то есть никогда продавец не отменял доставку. А здесь вот доставка отменена продавцом была. Ну и все. Потом, конечно, AliExpress, мы открыли спор, AliExpress деньги вернули. Но так как я все-таки очень ждала, мне очень хотелось это устройство получить, ну, там я уже заказывать не стала, потому что, ну, куда же заказывать, если не по непонятным причинам. И, ну, и в итоге продавец не написал, почему. То есть пытались узнать, он что-то ничего не ответил, странный какой-то. Вот, то этот продавец отправил сразу, посылка где-то шла около месяца, посылка отслеживалась все время, ну и наконец-то получили. Поэтому, если кому-то будет потом интересно, в комментариях напишу, когда буду делать. Найду обязательно время, ну, не знаю, насколько быстро, ну, получится у меня это все найти, вернее, на это время. Я обязательно покажу, как это будет происходить и что у меня получится из этого всего, вот, чтобы было понятно. Ну, а так, если кто знает, как пользоваться, то, в принципе, продавца рекомендую, так как, ну, человек отправил сразу, посылка отслеживалась, и в конце посылка пришла. Ну, вот такая вот покупочка. Всем спасибо за внимание. Если кто-то что-то более подробно знает об этой штуке и пользовался, пишите. Буду рада за любые подсказки. Вот. Ну и когда будет видео у меня по этому поводу, я обязательно тоже в комментариях отпишусь. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.